Вы поднимаете карманные часы, они обжигают холодом и дрожат в ладони. Расступитесь! Ай! Теперь, когда 5 реликвий у нас, остается только одно. Полагаю, теперь ты уже знаешь. Знаю что. Скоро ты все поймешь. Нам осталось совершить один последний вояж. На этот раз я отправляюсь с тобой. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить игру Дрейдж. Это очередной наш выпуск. Мы проходим хребет дьявола. По заданию нам нужно осветить 3 статуи. Одну из две мы уже осветили. Осталось нам найти 2 рыб фиолетовых, мутированных, вложить туда и разобраться с маяком, что там нужно. Вот эти собирать плиточки и куда-то их вложить. Так. Посмотрим, что здесь. Петушок или это слоновое окно? Все-таки слоновое окно. Так, ну мы в поиске мутированной рыбы. Как всегда, нас будут доставать эти рыбки красные со своим батей. Мы должны справиться. О, фиолетовая. Петушок. Иди к папочке. Нет, это не он. О, а вот и он. Костенелый морской петух. Пойдет. Так, сверим карту. Настроим компас. Ага, вот. Это место. Нужно пробраться через эти руины. Все, камень раскалывается с оглушительным треском. Обломки выпадают. Получили мы огонек второй. Так, это костяной талисман. Его надо в трюм положить. А в трюме нет места. Не подготовились мы. И как? Его. Так, пусть будет. Все, у нас есть 3 огня. Теперь мы можем к безумцу тому идти, фанатику, выполнить задание. И он нам должен отдать артефакт. Плывем, плывем, плывем. Как-то спокойно здесь. Подозрительно. Так, маяку узнаем. Ага. Не то. Древний маяк. Нужно положить 5 плиток. А у нас 3. Не ложится.
И это тоже. Дверь не открывается, там какая-то дверь, за которой сокровище. Начинает темнеть, плывем к фанатику. Так, оказывается, это для ловли рыбы. Он просто ускоряет ловлю на 300%. Ну ничего, неплохое ускорение. Только места для него нет. А скорость это не так уж и важна, в принципе. Он не открывает доступ к видам рыб, он просто дает костяной талисман скорость, которая она не так уж и важна. Мы пособирали очищенного металла, который нам уже в принципе не нужен. Его и продать нельзя. Походу его надо выбрасывать. А выбрасывать жалко. Так. Влаживаем огонь. Каменный тигель. Холодное пламя ракочет в руках статуи. Которую статую вы хотите осмотреть? Все осмотрим, все зажжем. Холодное пламя ракочет в руках у статуи. Все готово, фанатик ждет. На каменных колоннах храма сохранились древние изображения и надписи. Что такое? О, я чувствую дыхание глубоких вод. Пора, идем. Вслед за ним вы поднимаетесь по ступеням храма. Вы в вершине вас ждет черный каменный алтарь. Он достает старинные каменные часы, карманные. Скоро они перейдут тебе. Пусть этот дар ознаменует начало твоего пути. Зажав в руке часы, он сбирается на костер, поднимает свиток, начинает читать на... Он не отвечает, поднимается ветер, морской брызги окропляет алтарь. Перестань. Отвести взгляд, молча смотреть. Перестань, его песнопение не отвлекает. Ледяное пламя поднимается по его ногам. Он воздевает бушующее пламя, раздувается и почти сразу внезапно стихает по полу. Фанатик исчез без следа. На месте его погребального костра теперь холодно и сыро. Осмотреть кострище. Он хоть часы оставил? О. Отлично, больше от тебя и не надо было. Вы поднимаете карманные часы, они обжигают холодом и дрожат в ладони. Стрелки. Стрелки. На каменных колоннах храма сохранились... Что-то сохранилось. Так, куда нам дальше? В свете. Продадим рыбку. У нас есть часы. Последний артефакт собран. Финал уже близко. Берем рыбку, у нас уже 1600. Каменная плита. Еще одна.
Надо купить исследование. А исследование у меня не показано. Не продает она его. Так. Куда дальше? Так, поищем последнюю плиту. Где же она? Как-то этих рыбешек красных не стало. Где же они пропали? О, рыбка. Что-то вкусное. Какую-то мы рыбу поймали. Забирайте, забирайте. Кто? Ну да ладно. Давно не виделись. А ну пошли отсюда. Очищенный металл. Каменная плита падает за борт. Капец. И что теперь? О, вон еще каменная плита. Только без изгнания будет опасно, блин. Вот и последняя плита. Все, собрано 4 плиты. Взрывчатка падает за борт. Расступитесь. Ай! Блин. Так, все, мы собрали все плиты и отправляемся к коллекционеру с артефактом. Разрушенный особняк. Вы поднимаетесь по ступенькам. А вот и он входит под аккомпанемент непрерывного деяния. Вы достаете часы, их некогда
Я уже несколько десятилетий их не видел, но механизм звучит все так же хорошо. И теперь наша коллекция собрана, должен признать, я удивлен, не думал, что тебе хватит упорства. Теперь, когда 5 реликвий у нас остается только одно, полагаю, теперь ты уже знаешь. Знаю что. Скоро ты все поймешь. Нам осталось совершить один последний вояж, на этот раз я отправляюсь с тобой. Я еще не готов, блин. Как скажешь, возвращайся, когда будешь готов. Получается, когда я его возьму на борт, это уже будет финальная часть игры. Пока я хочу выполнить все остальные квесты перед тем, как отправиться с ним. Он не зря дал мне возможность подумать, так как это уже обратного пути не будет. Я хочу максимально улучшить корабль, что их мечтал сделать с самого начала игры. О, здравствуйте, чем я вам помочь? Показать ему каменную плиту. Торговец берет у вас каменную плиту и внимательно. Поразительно, да я полагаю, это только часть большой композиции. Он тянется к верхней полке и достает с нее похожую плитку. Несколько назад, лет назад, вы ведь обнаружили еще возле руин. Да, но полагаю, это там не единственное. Я оставлю ее у себя, внимательно изучу. А вы пока поищите другие фрагменты. Вы нашли еще одну, чудесно, позвольте взглянуть. Торговец берет у вас каменную плиту. Судя по возрасту камня и форме символа этого фрагмента, я пока придержу ее у себя, а вы ищите дальше. Судя по всему, у нас должен получиться квадрат, так что будем надеяться. Вы нашли еще одну. Да, чувак, я нашел уже все. Хватай их и сделай с них квадрат. Ты знаешь, что делать, мужик. Да, да. Через пару минут он откладывает ручку и начинает читать вслух. Когда звезды не светят с неба, настает ночь. Сквозь шрамы пучина так. Я знаю только об одном путеводном свете, но это скрижаль. Теперь все части собраны в единое целое. Не хотите забрать готовую? Готов забрать. Крайне любопытная загадка. Обязательно скажите мне, что, если узнаете что-то. А пока что, может, у вас есть. Так, надо продать ему все свои драгоценности, которые я нашел. И денег уже и нечего и купить, на исследование надо тратить. Собаку мы так и не поняли, куда отвезти. Может, ученые попробуют. Тут все улучшено. Так, у тебя есть на продажу? Нет. Мне нужны исследования. Лампочку одну надо купить. О, получше лампочку возьмем. Акул возьмем. Тебе собака не нужна? Thank you.
Так, тебе нужна собака, да? Тебе тоже. Никому не нужна собака. Может, кто-то из подписчиков знает и поможет мне выполнить этот квест. Так, поручение. Поймать мечехвоста, найти дом для собаки, поймать редкую рыбу, найти дверь, поймать парусника. Так я ж парусника вроде ловил. Парусник. Сейчас мы поищем парусник. Нет, это не он. Но раньше мне еле одна рыба помещалась. Одна акула. А сейчас я их могу уже пихнуть побольше. А это не парусник. Мне нужен парусник. О, вот это оно. Острый нос у рыбки. Меняю. Все, выполним сейчас задание. А мечехвоста где найти, неизвестно. Где ты, парень голодный? Я хочу тебе помочь. Утолить твою жажду. Так, лампочку включим. Вот он. Неизвержение неба. И еще свиток, еще рыба. Человек вновь берется за ритуальный нож. Вырезает большое сердце. Возьмись глубины. Он показывает изображение на последнем свитке. Плащеносная акула. О, это тут она ловится. Так, сейчас плащеносную акулу мы поймаем для тебя. Такую рыбешку мы уже ловили. А вот мечехвоста где искать? Вот это еще тот вопрос. Что там было? О, как я ее нашел? Как я его нашел просто внезапно? Он прям возле него плавал. Этот квест еще оказался легче, чем предыдущий. Скорее всего, мечехвост тоже находится там, где и этот чувак. Человек переворачивает акулью тушу, примеривается и вонзает нож. Не глядя на вас, человек достает из-под балахона книги и бросает вам под ноги. Человек опускается на колени перед рыбьими сердцами. Так, ну все, помогли этому странному человеку.
Так, сейчас мы плиту положим. Так, фиолетовая фигура, мечехвост. Ты не мечехвост, да? Так, ищем древний маяк. Он где-то здесь. Вставляю. Собранная из плиток скрижаль со щелком встает в углубление. Дверь со скрижетом открывается, и вы заходите в древний маяк. Лестница наверх, все вокруг покрывают толстый слой пыли, но кажется, под нее вы замечаете ценное. Короче, деньги. Какая-то хрень. Небесное светило. 3500. А у нас 3. Лучше даже светит. Только тут дальность 25, а тут 40. И куда его пхать? Все, очередной квест выполнен. Телепортируемся. Коллекционеру. Или сейчас попробуем купить исследование компонента. Все, телепортируемся. Посмотрим на этот на эту светильную лампу. Мэр, тебе не нужна собака? Рыбку продадим. Дальность теряется. 3500. Тут 3. Но дальность 40. А дальность-то важнее, скорее всего. Короче, возвращаем назад. Пусть полежит, потом разберемся. Все, всем спасибо за просмотр, ребятки. Всем пока-пока.